Принципиальный автолюбитель на гибридной машине спровоцировал несерьезное ДТП с автобусом на Выселковой. Иной раз самоуверенности некоторых автолюбителей на дороге можно только посочувствовать. Особенно эта черта присуща водителям гибридных машин, разумеется, не всем. В этот раз решил блеснуть владелец Toyota Prius. Двигаясь по Выселковой, у него возникли терки с крупногабаритным желтым автобусом при попытке повернуть на второстепенную. Я с остановки выхожу, я попадаю в полосу, а он попадает между полосок. Сигналит, сигналит. Вот здесь вот перед поворотом он решил залезть перед мордой у меня, повернуть направо. Я его не пустил. Он остановился, вот он остановился в том месте, где он собирался повернуть. Остановился, все, я смотрю, я пролажу, полез. Полез, на него смотрю, туда смотрю. Смотрю, такой, руля крутит, бочину, бэц, и обратно. Хотя сам водитель электрички утверждает, что поворачивал с крайней правой, но расположение машин на проезжей части говорит об обратном. С автобусной остановкой я начал поворачивать в сторону Китай-город. Автобус не пропустил, не подрезал, я хотел поворачивать туда. А вы с какой полосы поворачивали? Я с правой крайней. Угу. То есть вы считаете, автобус вас должен был пропустить? Конечно, автобус должен пропустить. Prius легким ударом стукнул ман в боковую часть и свернул свое ухо. Повреждение только для оформления европротокола, но водитель автобуса решил пойти дальше и вызвать сотрудников ГИБДД, чтобы приусовод в следующий раз вел себя на дороге адекватнее. Как бы владелец Toyota не оправдывался, наказание за свою принципиальность ему теперь не избежать.